все дракоши! Скорей! Остановите их! Черный лимон набери тотем снизу. Наверх идите, петов умирать. Так, лимон, где же там ДД-спек есть? Там Роджер, ДД-спек есть. Пякнуто назад в ДД. Тардру. Ну, нет, ну, короче, только я буду один хилить, остальные все будете дамажить. Зараньем, короче. Успеем? Да, должны в прошлый раз успели, ну в адептах еще, правда.
Давайте наверх поднимаемся, рейд захиливаем. Там кто в комнате, тоже туда идите, короче, их тоже захилим. Давайте хилимся. Поклонский спекайся в ретрик, в одного танка пойдем, все хилы спекайтесь, да, там самых бомжовых спекайтесь все равно. Короче, по тактике. Один хил, один танк. Рыбку кушать. Долго полный дом делали. Так, чек на ФК. Поклонский спек, если в ДД. Черный лимон тут. Короче, тактика. Один хил, один танк на второй фазе. Бурсты с пола вообще никакие не отдаем. На второй фазе даю рост бурстим. Неважно, стаки, не стаки, освобожденка, там милики, насрать. У вас 15 секунд есть, вы, кстати, должны сейчас все фласки будете выпить, я вам говорил, то буду менять. Если прожмете пот, и будет вообще отлично. Все глыбы в сторону, просто тупо зергаем. Так, черный лимон тут. Так, лимон спекайся в ДД, там есть какой-то ДД спек у тебя? Воняю даже вторую глыбу в сторону. Все в сторону. Если будет притяжка, все равно стоим, бьем, насрать на притяжку. Ну, хотя я не знаю, там будем по времени смотреть, успеем, не успеем. Но если не успеем, то будем по тактике делать, когда упадем. Ну, должно ДПС охватить. Ну, что там, лимон, где ты? Там на провайдера там писал, что херовый, залагал. Чё на ремонт ТВРК? А, ладно, пойдем так. Умрет, ничего страшного. Давайте чек на пол. Но главное, бурсты на первой фазе не отдавайте. Итак, графит. Оно зависло. Давайте, все готовы, спускаемся. Альтея, Амнистия, Этона, гимны на ХП дадите. Все, давайте гимны на ХП. Обои палочек. Боже. Там фласки выпейте. Мирики, если оно не будет освобожден, как я скажу, когда вам стопануть чутка. Тут на первой фазе дамаг не важен. Бурсты не отдавайте, главное. Давайте, сейчас притяжка будет. Готовьтесь отбегать.
Бежим, 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 бродяжек нету, бегите, бегите, милики, ушли, 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 милики, кто там? Нормально. Там, АДК только фридом дадите. Дайте фридом ДК, давайте метки наверх. Так, давайте наверх. Так, БДК в метке, его сразу собьем. Я прям посередине буду. Ага, вижу. Давайте, прячемся. По центру падает. Печеньку сливайте все. Прям сразу все. Сейчас сливайте прям. Сливайте, сливайте, сливайте. С левой стороны близко падает. Ну, печенька это дальняя, а не ближняя. Так, слили? С правой стороны падает. Давайте, правые склепы бейте. Слева падает последняя. Все, можете разбивать. Метки так далеко друг от дружки не ставьте. Паладин, у кого там мастер этот аура льда стоит на второй фазе, после 10 секунд дадите мастер аур. Меня КД поставьте кто-нибудь. Ну, освободите там магию льда, нормально все будет. Так, давайте, сейчас будет притяжка, бежим. Будет фаза. Все, пейте свои поты, насрать на стаки, играйте. Лед поставьте. Давайте, зергайте, зергайте, давайте бурсты. Давайте метку в сторону, зергайте. Давайте, давайте. Два стака. Давайте, давайте. Ну, дайте мастер аур вместе в сторону. Давай, 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 давай. 4 стака, давайте, давайте, давайте. 4, 4, 5, давай. Давай, 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 давай. 5. Играйте, 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 играйте. Блять. Сука. Пиздец. Ну, доли секунды не хватило. Да, там реально доли секунды. Просто если лимон была там в ДД там самым алимом даже. Ну ладно. На следующем КД сделаем, ничего страшного. Да она и так несложно делается. Сейчас на лечи главное сделать, потом уже хуйня останется. Так, колечко на хила надо кому-то, чтобы я не линковал там. Так, ну Тоби, ты там один вроде ролил, тебе их сразу, а там... Если что там, поролите. Славь, я на приста сейчас зайду там, дашь пати. Идти в этот Вагримар, дайте им порт, пусть купят символ на иссушение, на увеличение. Осовы. Идите, короче, делайте спек, чтобы тайфун был. Не пойду ломать спек ради тайфун. Короче, надо, чтобы тайфун там был хотя бы один. Так, сольем. Тут, блядь, три ханта, три шп, я не знаю, нахера это тайфун. Отошел подальше, ебаш. Ну, хантам хуёво было до ходу. Массы. Нихуя, ты залпом стрелять точно. Ну, залпом у него КД есть. Понятно, что так. Только так и всё. Три ханта считает, три бежит. Сколько у них там, 100 тысяч хп? Хуй знает сколько.
Я же думал, если я там в завитках поставить, короче, король шаманов себе. Вот тут облом такой, вы негодяи, короче. Смотрите меня. Так, присты там купили, я думаю, символ на иссушение, чтобы он дальше бил. А сейчас фласки я буду чекать тоже. Это фласка на столе. Так, что по тактике? Короче, рейд, дай там ассиста. Так, сейчас. Чек на АФК. Престов скидай в одну пати, мы будем бить на переход Килича, чтобы на третьей фазе лучше было. Короче, все тут. Получается, рейд, смотрите. Стоим все в печеньке. Где-то тут, короче, стоим, там ДК на своей позиции, протобал на своей позиции. Первая чума. Выносим из рейда дисперил. В сторону выстрел, сейчас дисперили. Вторая чума будет. Несем в рейд. Ну, к этому протопалу. Вынеси дисперили. Все, остальные все чума, что будет. Выносим в сторону. Теперь хилы. Слава, спекайся в хила тоже. Кстати, Ван Кинг нам Африка. Он еще четвертый пати. Графита. Так, Войт Хилла, короче, будет пробивать протопала хорошо, хилим его хорошо. ДК тоже будет пробивать хорошо. Так, охотники, сколько у вас? Туда 3 охотника, и ступление вообще не должно быть на шаркающих. Вы просто тупо дисперите. Мелкий трэш напуливайте на протопала. На милики там, скажу, стопанем отойдете прямо в РТ-зону. Теперь инеры. Хари Силаси заливаешь Роджеру. Терен заливаешь Варенька. Варенька, хотя давай залешь лучше Войду. Ну и все. Третья фаза получается. Духи вызываются. Вторая фаза, вторая переходка заканчивается, там, когда край обрушивается. Выбирает цель в комнату. Цель вообще не хилить. Я ее только буду ДК держать. Цель не хилим вообще. Он умирает, духов не будет. Духи прибывают. Словы, 2 звездопада, ШП сразу же иссушение. Короче, все РД кастуем все, что можем в духов. Ну и все. Даем бафы. Дайте приста бафы, у меня реги кончились. Я думаю, лучше 4 хила пойти, танков будет пробивать. Да, 2 ачивки будем делать. Давайте, чек на пул. ДК там ротрамблер. После того в комнату не затягивает, на лече будет берса. Отдаешь сразу незыблемость, тебя не убьет. Рафик на всякий случай, дашь СС после второй переходки на БДК. Чума, мы получается только вторую приносим к протопалу? Да, только вторую, остальные все из рейда. Хорошо. И вступление 3 охотника дисперим. Давайте. Короче, милики можете тоже звездочку стать, там леча в сторону бить не надо будет. Так, чуму только одну и остальные вне рейда, да? Да, только ко вторую чуму. Остальную все в сторону. Да, леча не бьем. Ну, можете там побить пока. До 80. Ну ладно. Ну, бейте, сейчас кору стопанем, стопнете вообще все в леча. Так, давайте на пульте на ДК сразу, а потом мелкий трэш будете на притопало напуливать. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Там ДК тоже прожимайся, на лече будет конденсат. Да я вкус.
Давай, весь трэш, который можешь, сразу забирай, там, помогайте с набурами на протопал. Шаркающий вышел. Забирай шаркающего, первую чуму в сторону. Смотрим, чума сейчас будет 2 секунды. Я в сторону, короче, вынесем. Вот, вынес в сторону, сам дисперю, короче, нормально все. Все, чума ушла. Так, что там лич? Все, стопайте, стопайте, по личу не бейте. Все, медики, идите в РДД-зону. Возле лича не тусуйтесь, там заберут все. Петов тоже уберите. Охотники, диспель. Где? Бомба. Чуму в рейд. Смотрим, на ком чума, эту чуму в рейд. Second socks. Вот, смотри. Все, остальное все с рейда выносим. Поклонского хилим хорошо. Поклонский, там смотри, сколько будет стаков на чуме. Я не вижу. Лича. А, ну, смотри. Напуливайте мелкий трэш. Там через массы. Второй шаркающий вышел. Шаркающий, шаркающий в рейде. В сторону на амнистии. Да, эти главные вступления шаркающие, где спрятали охотники. Смотрим, чума 2 секунды, чуму в сторону. Чума на... блять, ну ладно. Наступление. Второй шаркающий. Шаркающий, шаркающий. В сторону актуальной стороны. Вот эти вот мелкие трэш, эти два вурдалака можете слить, милики, вот это два уря можете слить, короче, шум. Не надо сливать. Разгоняет на них чуму. 17. Такая вижу. Давайте, 21 уже говорят. Не вижу 20 только. Сейчас там заберите. Что-то я думал, будет сторону слава. 23-24 это конденсат, не слушай, Тоби. Нет, чего? 22 он еще не вижу. На шаркающем. Что-то я думал, танков будет сильнее пробивать, если честно. Да переводите, че? Не в то время, когда на майк завышен на 15%. Давайте, вступление снимайте. Сколько там чумы уже? В сторону чума. Пускай всех забирает. В черную сторону. В черную сторону. По маленькому надо его слить. Так, РТД, милики, все в квадрат сливайте, его не забирайте. Давай, еще один сейчас. Все, вот этот трэш забирай и можете лича переводить. Все, переводим лича. Все нормально. Танков хилить не забываем. Так, там где присты и африк, лича бьешь. Рост на второй фазе не давать. Давайте поклонского в сторону, секонд. Так, сколько там? Весь, короче, мелкий трэш забирай, там нормально все будет. Сколько там лич? 74. Уже стал. Нормально все. Я заберу. Все, шарк еще один выйдет, забирай его, все, на край идем. Идем на край. Все, смотрим. Играем как обычно. Смотрим. Да, давайте хилим там. Сверки играем там, смотрим. Сколько там стаков? Почему? Ты вы должны будете на следующей переходке вот так же стоять или нет? Какого вас кивета, сколько там чумы стаков? 38 вроде. 40 нахуй. А, ну все нормально. Все, сферы бейте на второй переходке. Так же самое вот Апачи стоит, бьет, так же самое будете бить. 42 было. А, ну все, ачивка есть, считайте. Все.
с духа играть, теперь как обычно играть, в сверки там все дела. Вальтера дай, да ладно, потом дашь. Да пусть дает, нас тут двое, блядь. Все, бежим на центр, сверка летит, сверку сбейте. Сфера. Идемте на центр. Давайте на звездочку, рост не даем. Так, сливаем. Давайте, как обычно, играйте, валькирам станы там. Ну, короче, обычка. Давайте, сливайте, все три сливайте. Давайте, вышли осквернение, вышли из-под валькир. Вышли, смотрим лужа Альтея. Прям под валькирами. Давай, Лича, сюда на портал полетим, там ставь как тебе удобно. Давай, все звездочку станьте, все звездочку. После первой будет осквернение, сразу выбежим, все три валькиры сольем. Так, готовимся, сейчас будет осквернение. Все, вышли с центра, вышли. Смотрим лужа. Это она, все, играйте три валькиры. Лича на край. ДК, Лича на край. Я веду, веду. Играйте три валькиры, чтобы они не улетели. Все, Лич на край, давайте, все идем на край. Пятая, чекай там пати с пристами, Лича будете, короче, ковырять. Дай гимн ману, а я дам гимн ману, я ж приз не надо. Там тотами поставите, инры там зальете. Графит, дай СС на БДК. Кресты из четвертой группы, станьте вместе. Как скажу, стоп хил, все перестанут хилить там, шаманы особенно, никакой волны там ничего не станет, только я там буду ДК хилить один и все. Сфера летит, сфера. Давайте, последний дух. Играйте по духу. Переходим. Все, стоп хил. Цель не хилим, только БДК. Знаете, только БДК я один хилю, их никто больше не хилит. ДК прожимается, незримость, давай. Ламура умирает. Блять, ну кто ее хилит? Твою мать, играйте в духа. Переходим отсюда, бежим. Да, бей духа. Все в духов играйте. Дайте рост дайте. Уходим от духов, ушли от мелких, там ушли. Дайте, все в духов играйте. Все РДД, все. Прям играйте в духов, быстро, осквернение, Тоби, ушли. Так, играйте духи, там чуть осталось. Ушли с под мелких, ушли. Аскета, отсовы, звездопад, да блять, аскета, откилку, откидку, ну что откидывают, дали, дайте. Три духа, три. Ушли. Откинули, молодец. С этой стороны бьем, уходите оттуда, уходите, играйте по духам с той стороны, играйте по духам, все в духов, давайте, играйте в духов, все в духов, играйте, давайте, смотрим, лужа, скажу, выйдите, мелики отошли от Лича, все в духов, три духа осталось, осквернение в центре, два духа добейте, там два духа летит, ушли, точечно добейте точечно, три духа, откиньте, все, откинули, молодцы, добивайте духов. Все, Лича, уходим. Бейте духов. Два духа возле трона, два духа. Добейте два духа. Уходим, все, ушли. Не хильте. Стоп хил. Умираю. Незыблемость. Ушли. Дайте каплю на БДК. Играйте по духам. По духам играйте. Быстро. Ушли. Давайте добивайте. Точно. Быстро. Бейте, ушли от духов. Ушли от духа, чтобы не хлопнул, чтобы... Все, добивайте, ушли от духов. Идемте, Лича отводим. Все в духов играйте. Уходим от духов. Все в духов играйте.
Ушли от духов, ушли, ушли. Откидываем духов, откидываем, откидываем. Давайте, три духа осталось. ДК там не видели, ча добивать уж там. Добейте того, там духа добейте. Добейте духа, летит, летит. Дух летит, добейте духа. Два духа, того духа добейте и лича ковыряйте. Все, добейте лича, 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 не веди, не веди, всем лича. Давай, 2%, ушли от лича, ушли от лича, ушли от духов, ушли от духов. Ушли, 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 1%, ушли, 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 ушли. Фух, все. Я красавчик. Что, получилась ачивка? Да, две ачивки. Вы тоже волосы хорошие, репы, ну, духом все на рейде в другой раз сделаем, там в следующем КД. Блядь, и синдра остались. А, ну да, и синдра тоже. Это примерно в какой день сделаем? Опять тоже пойдем. Что-то я думал, будет сильнее танков пробивать, в принципе, я тоже мог ШП спикнуться. Я думал, танков будет пробивать, но там вообще фуловые почти были. Отдал их в мои руки, как я и рассчитывал. Тебя следует наградить за этот невольный подарок. Смотри, как я буду воскрешать их и превращать воинов в плети. Они повергнут этот мир в пучину хаоса, а сирот пойдет от их рук. И ты станешь первой жертвой. Возможно. Бати Тартас, твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни. Наконец я свободен. Все кончено, сын мой. Настал час расплаты. Поднимитесь, воины света! Все, добивайте. Получайте ачивку, радуйтесь. На ЭП заходите. А начисли мне магу точечно, чтоб я уже не заходил на нее. Че там есть кто-то в хранитель? Все, молодцы. Аркус, Теренас. Аркус, вроде надо кому-то. А магом пойдет он? Да пойдет, если мелкий пойдет. Вроде там кому надо. Он пойдет только хорошим магом, который портал Валоран ставит. Теренас. Не спасибо. Кто-то у тебя лучше, чем этот Аркус. А, ну тогда. Да не надо. Ну много даже лучше. Так, завоеватель. Завоеватель. Кинуть остальные рыбки в гильдбанк. Да, кидай. Черный лимон, тебе куда? На лимон или на ежик с него? 15 рыбок осталось. Она не в РК. Так, Хирика, Трися, вроде все зашли.
Не, мне на мага точечный кинь просто. Ну я кину, сейчас я начислю. Нихуя АП. Норм. Пистолет.